Известный певец Андрей Губин признался в том, что его мучают постоянные боли, и он постепенно умирает. Такое заявление артист сделал в ходе интервью на радио «Комсомольская правда», запись которого опубликовали на YouTube-канале певца накануне. Напомним, Губин уже много лет не выступает, в разное время появлялась информация о его депрессии и проблемах с нервной системой. «Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм», — сказал он. «Я боли начал чувствовать в 16 лет. В 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать», тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умереть». Помимо прочего, в интервью Губин назвал себя великомучеником, предложив слушателям сравнить его фотографии в молодости и сейчас. Артист утверждает, что его пытаются загнать в могилу все вокруг. Губин сообщил, что на него постоянно пытаются оказать давление. «Сейчас я ужасно живу, отвратительно живу», — эмоционально высказался певец. «Вообще считай, что не живу, а гнию заживо и все меня пинают ногами. У меня такое впечатление, что какой-то есть переводчик между мной и обществом, который все переворачивает». У Губина левосторонняя прозапалги лица. Артист заявил, что не принимает обезболивающие и терпит боль. При этом специфическое медицинское лечение, по его словам, не помогает излечиться. В начале 2020 года продюсер певца Тарас Ващешин заявил, что Губин вернется к концертной деятельности. Сам артист вскоре опроверг это. Правда, позже все-таки выступил со своей песней в одном из московских караоке-клубов. Сейчас артист полностью сосредоточен на здоровье. «Я люблю девушек по-прежнему, еще вполне боеспособен, чтобы к ним приставать. Кто-то идет мне навстречу, кто-то не идет. Последний раз чувствовал себя влюбленным где-то полгода назад. Но нужно понимать, когда человек так сильно болеет, как я, он просто не способен любить по-настоящему. Он уже высосан изнутри всеми этими проблемами. Хочется просто выздороветь. У меня из-за болезни вот-вот выпадут все зубы, ну какая мне семья? Как я буду о детях заботиться? Я уже умираю, я одной ногой в могиле. Знаете, что меня расстраивает? Не то, что у меня счастья не было, а то, что его уже не будет», — заключил музыкант. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.